Всем доброго-предоброго утра, мы на работу. Тюмени снова отдельный привет. Помогаю Ленке сумку донести. И пойду за машиной. Чё? А, багажник? Сейчас багажник все уберем, пойдем свою запускать. У тебя там битком. Прощаемся с Еленой. Пока-пока! Поки-поки, полетел. А мы за свои и на работу. Стоит уже больше недели. Вся в пыли. Ладно, сегодня мокрая погода. Надо мыть, прибирать. Ужас, вообще вся в пыли. На старт. А на ту сторону Санкт-Петербурга. Привет, соскучилась? Так, ребята, сегодня у нас замена масла, замена фильтров, замена ремней. И посмотрим, что это, ролик или ремень свистел. Посмотрим систему, как он меняется, ремень на будущее. Чтобы знать, мало ли в дороге когда-то что-то случится с ремнем. Ну, чтобы уже иметь представление, куда лезть, где ослабляется натяжитель, ролик натяжной. И как меняется, то есть нужно ли снимать вентилятор, либо диффузор. Все это сегодня посмотрю. Как меняется масло, посмотрим, где у него находится фильтра. Сколько масла входит в маковский двигатель. Там около 40 с чем-то литров, по-моему, если не ошибаюсь. Сегодня посмотрим, выставим мерку. Что еще? Ну и такое мелкое ТО, то есть посмотреть по кругу. Я приехал с рейса, у меня боковая защита, выкрутился болт. Ну, видимо, где-то на каде, либо где-то, то есть рядом, потому что по рации сказали бы ребята, то есть он шевелилась сбоку. Я этой вот фигни не увидел. Андрей потом увидел, мне прислал видео, что типа говорит, у тебя эта боковина отпала. Ну, видимо, болт просто выкрутился. Хорошей нам дороги, поехали. Заниматься с автомобилем. Сегодня у нас вторник. И, наверное, завтра уже едем в рейс. Вот так вот. Поехали, поехали. Солярки, что у нас? Нормально. Все остальное нормально. Ошибок нет. Все хорошо. Достаем Red Bull. Этот надо выкинуть. Этот не свежий. Холодильника прям потненький. Те, кто думает, что это реклама, уже неоднократно говорю, что это не реклама. Такой бренд, как Red Bull, не будет... даже заморачиваться по рекламе, потому что такие проекты делаются. О, и начинаю как реклама. Какие-то выступления, там какие-то прикольные мото-соревнования, тот же самый Дакар, там такая бешеная реклама. Кто будет заказывать рекламу у... я не считаю себя блогером, вот. Не пейте Red Bull в больших количествах. Одна банка, по-моему, разрешена. Это вредно для здоровья. Вот. Так что еще раз повторюсь, если бы это была реклама, я бы так не сказал. Ну, мне нравится вкус, наверное. Потому что уже эффекта я от него не чувствую. А просто вкус нравится. Поехали. Ох, аж колодки. Хватит. Ой, стекло-то какое, Николаша у нас. Пыльное прям. Сейчас фонари помоются. Ужас! Коля! Сколько она у тебя стоит? Ну, надо посчитать. Все, хорошей нам дороги. Поехали. Все, ребята, мы уже на базе. Нам скоро надо будет ехать в Москву за вот такой вот Ивекой. Только уже полностью на жиженном метане. Да, надо пригнать ее, посмотреть, что она как. Ну, мне машинка понравилась, когда пригонял простую на... Просто на метане, не на жиженом. Понравилась машинка. У нас снег, похоже, чистили. Сейчас, наверное, погоним Магнума сначала на мойку. Расцепимся и будем заезжать. Нам не забыть переложить набор свой. О, Ванькин Мерседес стоит. Выгонять его собрались? Ну да. Шестерочки. Субарик 0,87.
Магнамуля. А он уже заведенный стоит. Да, и у меня габаритики еще надо посмотреть на той стороне. А он чистый уже. Андрюха, наверное, помыл. В огнях. Чистая машина уже стоит. Один из мерседесов какой-то там. Такой же рыжий. Мишаньки. Так. Какой он чистенький, обалдеть. Потухли сначала туманки, габариты, потом в фонарях. Даже вот у меня болт, ребята, открутился, я не увидел его, надо будет затягивать. Все остальное в огнях, красота. Ну хоть от пыли отмылась. Еще раз всем доброе утро, это Андрей. Андрей, поздоровайся. Всем доброе утро. Он сегодня злой. Говорит, что там радиатор отпал, а я не увидел. Радиатор, интеркулер. Интеркулер ли? Я не виноват. У меня... Сейчас посмотрим, что там, помоем. Он ровно был? Я, по-моему, когда понимал, он так и был. Не, на алюминиевую отпало, да? Едем, ребята, на самомойку отмывать зад тягача. Сейчас Андрей покажет какую-то модную химию. Сейчас хейтеры напишут, что, блядь, контора, я ебу бабу ягу. Почему? Ну, скажут, денег-то на мойку нету. Так мы же целиком помыли же его. Да какая вот, им чисто? Разница? Ты в комментариях под последнее видео читал? Нет. Может даже это снять, мне даже не стыдно. Чё-чё? Дичь просто такая. Что, машину помыть можете? Ну, они там все пишут, им там все стол, там не стол, все делают, там технически ставим лампочки, они говорят, блин, люди вообще просто не понимают. Такое ощущение, что никогда на легковой там машине не ездили. Ну, это всегда что будет. У них там лампочки никогда не перегорают, у них там не отваливается ничего никогда. А они пишут, что тут, ну, на техническое состояние денег жалеют, а на это все, типа это, баран, что скажу. Приехали бы хоть день, берем звонить, посмотрели, как тут что не жалеть, когда в квартал 10 миллионов ты только на запчасти потратил. Вот-вот, сейчас будет какая-то химия. Да, это обычная леруашная, зеленая для мойки. Ну, автомобильная? Да, автомобильная. Да? Ну, она, я перебился. Ну, ее разбавлять надо с чем-то, но ты ее, наверное, гуще делаешь? Ну, ее вообще один к трем, по-моему, надо разбавлять. Ну, я ее разбавляю 50/50. Полтора, вот, то есть, пополам. Надо посмотреть, что там с радиатором, посмотрим. Аня, глянь высоту, нормально? Мыться пойдем. Да, уже прошло. Да? Я, конечно, щетку не взял, было щетку взять. Ну, баки, солярки. А я, кстати, ту такую... Вот, вот, вот смотри, сейчас на этом баке интересно было. Вот мы его вольем. Надо было водичкой еще. Вот, 50/50. А как... А, кстати, нам же химию прислали. Надо посмотреть хоть что там. Ну, я открывал коробку, смотрел, ничего не пробовал. Я, кстати, от этой фирмы пошел преобразователь ржавчины покупал. Ну ничего. Преобразователь ржавчины, ничего. Нам прислали коробку химии всякой. Посмотрим. Все живое. Занесли химию, сейчас будем бухать. И отмоем жопу. Сегодня ТО на нем. Ну, смотри, правда, да? А? Отъела, правда. Не-не, ну это еще ерунда. Потом еще раз намочим губкой, да, пройдем. Да. Какая стала? Прям. Ну оттерло, бак как новый. Тереть его не надо, пусть постоит? Не-не, еще уже все. И колпаки все оттерли. Чисто все блестит.
Выдрем зону чистенькими. Химия жесткая. Все еще, да, не отмылись руки? А? Руки все еще не отмылись? Потом жечь буду. Магнум. Все, оттерли всю площадку. Их, по идее, когда отмоешь, нужно лаком покрыть, чтобы они... И либо когда новые ставишь, лаком покрываешь, и все. Мишаня подсказал. Сейчас. И все. У нас стало как новое. Все идеально чисто. Где? А? Бачок прям как новый. Мылится, все равно мылится. Да. Какой был. Ну, щетка имеешь в виду. Слушайте. Да, да. Это. А, он краску сбил, да? Это от жара. Да. Ну, он новый же абсолютно получается. Действительно новый. Нас там позиция. Привет. Здравствуйте. Всем подписчикам. Пламенный привет. Масло. Всем подписчикам пламенный привет. Да, сейчас покажем, где А и хейтерам привет. Да, и хейтерам отдельно привет. Хейтеров в следующий раз будем приглашать на это, на ремонт машины. Я тебе сказал, между Субару и жилетки. Она как жилетка. Рукава пристегиваются вон. И плюс еще подкладка теплая. На зиму. Нихрена себе. Это сколько нужно отработать, чтобы такое получить? Смотрим, посылка нам пришла от компании Lover. Что тут есть? Тут есть все для ухода за автомобилем. Очиститель. Это для сажевого фильтра. Очищать сажевый фильтр. Но это мы не сможем посмотреть. Демонтировать сажевый фильтр, установить заглушку на одно из отверстий, заполнить необходимое количество очистителя. Ставить сажевый фильтр. А, ну это его надо замачивать. Снимать и замачивать. Это больше в легковой, наверное, или в грузовой? Ну, больше в легковой, конечно. Грузовой такой сажевый фильтр, что вот этой баклажки не хватит его замочить. Так, это одно. Это мы не сможем попробовать. 5-минутная промывка двигателя. Ну, это... Тоже в легковую, наверное. Ленки будем делать. Ну, да. Это промыть двигатель, да, в легковой машине. Это старое масло добавляется или что тут? Ну, это разберемся, да, наверное. Что-то она маленькая. Не 4 же литра она. У шефа пальцы. А, оно прямо заливается, не сливая масло. Допом. Допом, да, в масло. Как раз у нее минимальный уровень, нормально. Да. Тут литр, наверное. Литр, да, а так, дозировки. 1000 миллилитров. Объем масляной системы. А, не вся же, наверное, называется. Короче, от 4 до 6 литров ты 500 миллилитров заливаешь, а если у тебя там объем от 6 до 12 литров масла в двигателе, то целый литр. Это в Lancer. А если более 12 литров, ну это да, если в грузовике, то 2 литра, короче. Тогда Magnum нам промыть не получится. Нет, Magnum промыть это надо, у него 3 банки. 40 литров масла, считай, да, это да, 3. Ну да, 3 банки надо таких.
Это тоже на Лансер останется. Попробуем на Лансере, покажем. Очиститель обивки салона. Ну, это мы попробуем, как очищается. Это мы обшивку попробуем, да? Да, да. Их две. Да, да, их две. Это мы магнолию попробуем. Так, полироль пластика. Это тоже мы попробуем. Две. Халява. Очиститель обивки. А чем они отличаются? По-моему, такие же или нет? Такие же, только меньше. А. Одинаковые? Угу. Да, только это объем больше просто. Угу. Ну, на Магнум и прислали, наверное, целиком. Я думаю, да. Если это, его мыть, это сюда уйдет туда. Так, это у нас что? Пеночиститель кондиционера. Кондиционер, в смысле, радиатора? Да, очищается. Устраняет прелый запах, очищает соты испарители. А я даже не знаю, это не понятно. Это в эти, в дефлекторы, наверное, видишь, нарисованы? Ну да, скорее всего. Так, где у нас тут? Чтобы запах шел хороший, что ли. Определите местонахождение дренажной трубки слива конденсата из кондиционера. Вставьте шланг, удлинитель в дренажную трубку до упора. Удержив... У нас тут смотри, сколько всяких штучек. Удерживаю. Не поли информацию. Удерживайте баллон в вертикальном положении. Как типа пенный. Ну, это да, это слив. Вот у тебя тоже капает с кондиционера. Ну, жарко, когда под машиной лужа. Ну. Вот в эту трубку надо заливать. Это мы тоже не сможем проверить. Короче, пока мы сможем только проверить обшивку. А еще две очистители обивки. Они, короче, идут, видишь, самые маленькие. Средние и большие. Ну, это кому? Для маленькой машины, то есть. Разумеется. Ленки от Феликса отмывать. Это а что? Вот это вот заменяет промывку форсунок в автосервисе. Промывку форсунок? Да. Для бензиновых? Ну, систем. Написано дизель, но я думаю, что это универсальная, скорее всего. Жалко, что только одна была. Короче, это сможем попробовать. Полироль на пластик. Обшивки помыть. Кондиционер тоже не сможем. На Лансере тоже проверим. Что это? Одинаковые? Да, они одинаковые. И это мы не сможем попробовать. Ну почему? Потом на Лансере можем. А, у тебя, кстати, дизельный мотор, да, да? А это что, форсунки промывать? Хотя с твоим пробегом еще рано. Все, спасибо огромное. В общем, попробуем мы очиститель салона, обшивок и пластик. Остальное только на легковой, это дальше, в следующих сериях когда-нибудь. Тут Димасику решетка, которая будет светиться. Но он ее показывал вроде. И еще туманки ему, почему все ему? Классные такие. Такой, назвался. Так, проверяем, чтобы ничего у нас не упало. И будем поднимать кабину. Сегодня поеду в Леруа, куплю меховушку, полностью мех будет с той стороны лоток, там буду развиваться и сюда уже переходить. Так, химию мы попробуем на газели. На газели на какую-то химию попробовать, на этой что ли? Так, мы сейчас немного отъедем, потому что аксор мешает кабину поднять. Будем снимать капот, посмотрим, что у нас с кулером, заглянем, пока отъезжаем. Сзади ничего? Нормально. Сейчас крышки снимем. Калоши. Кулису включил. Встала. Отъедем. Сметрик. А хорош, наверное. Пойдем откручивать капот. Смотреть, что там. Ну, ребята говорят уже, что варили одно ухо на радиаторе. Я так понимаю, кулер крепится к радиатору. Сейчас посмотрим, что там.
Капот, ребята, сняли. Капот. А, вот оно. Заржавели? Да. Ну-ка, что там? А, все понял. Вот эта часть должна вот здесь быть. Ну и, соответственно, вот это еще. Через это еще. Вот, ребята. Крепко стоит там. Я думал, он болтается. А с этой стороны, говоришь, тоже на подходе? Ну да. Тоже на подходе. Что, нам, наверное, вот эту снять? Какой-то. Видишь, да, через камеру? Вижу, вижу, да. Вот давай, это, а это как снимается? Вот эти болты вот. Так. Вот болт. Вот эти, ну. Точнее, гайка. Вот гайка и он. Вот гайка. Четыре, короче. Вот, да. Тут все просто. Тут морду сразу. Давай сейчас сниму тогда. Три секунды. Так, ну а что тут по этому видно, что давно, недавно она? А, ну тут тоже это, Андрюха. Да это время прошло. Прошло время. Старое прям. И что тут типа косыночку такую накладывать? Усиливать. С этой стороны тоже он готовится. Угу, там тоже уже с трещинкой. Ладно, снимаем морду дальше. 13. Все, ребята, решетка снята. Встанем так вот на середину. Видно, что куль боком. В общем, патрубки ослабили. Держался он только на верхних болтах. Здесь проваривать. Сюда новую гайку. Так, где болт? Вот такие вот втулки были со шланга. Сделаны. Вот. Принято решение снимать вместе с радиатором. Радиатор промывать и делать нижние крепления. Нижних креплений нет, чтобы он крепился на четырех точках и притягивался в середине. Поднимаем кабину. Поднимаем кабину. И еще ролики будем смотреть. Что-то свистит. Ремни новые стоят. В кабине все убрал, чтобы не упало. Химию будем пробовать на газели. Вот на этой. Влад? Влад? Ты что там надымил? Газелька восстановленная. Что ты тут мудришь? Пытаюсь понять, не горит почему-то чек. Не горит чек, это плохо для вас? Он диагностика показывает, что он горит, а он не горит. Это хитрое значит, кто-то что-то вытащил. Короче, химию оставляем здесь, ребята, будем пробовать на пластике. Пластик. И обшивки тут тоже, да, грязненькие? Мягко выражаясь. Мягко выражаясь, грязненькие. Самый прикол приборки. Ты разобрал все, что ли? Ну, я нечаянно. Половина диодов, половина лампочек. А почему так? А лампочка на чек идет лампочка или нет? Диод. Диод? А, значит нет. То есть вот здесь вот. Угу. Ну, их 9 или 12. А, нет, 15. Вот здесь вот. Лампочек. Угу. Ты канал открыл? Да. Пытаюсь. Как называется? Васкеша. По-английски? Ага. Ссылку оставим, короче, в описании. Скинешь мне цепь ссылку. Попробуй. Так, будем пробовать, да. С панелью заниматься. Мы пока пошли радиатор вытаскивать целиком. И там будет видно ролики, потому что что-то свистит. Так, при разгоне. Значит, разгоняется? Турбины. Ага. Так, ладно, пошли заниматься. Хера себе, ребята, она тут задирается. Чуть ли не 90 градусов. Обалдеть! Вчера она задирается. Ничего не попадало, нет. Так, будет еще замена топливных фильтров. Кулера. Пластина какая-то. Как она называется правильно? Кассета кулера. Масляные фильтра. Воздушный фильтр.
отстойник, сепаратор, либо как он там называется правильно. Сейчас залезем, посмотрим. У нас выглядит двигатель чистый весь. Опа! Двигатель МАК. Красота. Вот доступ к радиатору. Наша кабина, охренеть, поднимается. 4 ресивера. Стоят они под кабиной. То есть на машине ресиверов нет вообще. Все они здесь. Вот они. Сливать антифриз и вытаскивать радиатор. Так, что-то я не понял. Что это такое? Резинка слетевшая. Вот. Ремни как на КамАЗе. 2 сдвоенные. Надо будет посмотреть. Огромный движок, конечно. Здесь что-то трется. Надо уже подложить. Так. Каким местом? Вот этим местом трется, когда кабина отпущена. Да. Посмотрим. Это, ребята, центрифуга. Сейчас Вова покажет, какая там кассета меняется. Ловим. Бэшевский. И новая центрифуга. Наливаем масло, чтобы залить фильтра. Наполним фильтра и будем прикручивать. Вот. Идет съем радиатора. Мы здесь все протираем. Так, у меня новые фильтра, топливные, масляные. Открываем, наливаем масло, смачиваем резинку этим же маслом, здесь по контуру. Чуть не уронил. Здесь по контуру смачиваем ее и закручиваем. Ну, масло можно вот так налить, чтобы не облиться. И в топливную тоже сверху будем наливать. В огнях. Так, с фильтрами у нас готовы. Сейчас центрифуга пойдет. Вова у нас открыл старую. Вот что в ней было. У нас новое. Вставляем, протираем все. Центрифуга новая, новое кольцо. Протираем и вставляем. У нас будет еще замена антифриза. Собираем. Все заменили, все новое. У нас идет снятие радиатора. Пришел новый фильтр. Воздушный. И вот здесь потерялась крышка. Сюда будем изготавливать из сетки. Из такой. Чтоб не залетало листва. Огромная дырка, Серега. Как так? Это как так? Как новое?
Так ты еще зашкурил, да, получается? Ну, чуть-чуть подкурил. Хрена себе. С этой стороны стояла пластиковая втулка, диаметр болта и зажималочка, ну, как должно быть. Поэтому втулки короткие, да, сверху? Да, да. Ребята, он просто не дышал. Сейчас мы с Андреем вынесем. Да ладно, не дышал только здесь. Ну все равно. Здесь все светится. Ну светится. Будем отмачивать его. Там колодки, я все вижу. Просто ты помнишь, что там колодки. Сейчас мы его на улицу и отмачивать. Дай-то интригу для хейтеров. И потом я по Уралу буду. Ох, Магнум идет, смотрите, с двадцаткой даже не греется. Интеркулер никак мы не проверим. Ну попробуем, надо. На всякий случай, раз он уже снял. Короче, тут будет отпиливаться, будет приваливаться. Новая гайка. А здесь просто ее не было. Короче, нижних креплений не было. Держался только на верхних, которые оторвало. На одном болту. И на двух притягивался к радиатору. Потом заканчивается. Делается сетка. Серега. Иначе ровненькую. Здесь подушки еще хорошие. Ходят. А, да, что свистело. У него просто получается стела на верхней и на генератор. Ремень вроде мы не так давно меняли. Ну, уже давно. Меняем его. Ну, то есть, слушай, нормальненько. А это вот угол не сложен его? Нет, это вот такой вещь, но... Старинный. Может, пластик сначала здесь попробуем? Только пластик, это полирует? Она же не оттирает, не она полирует. А. Нам надо сначала попробовать, как оттирает эту штуку. Так, надо посмотреть, как, в каком она состоянии. Ну, будет тепло, нет. Лучше тебе с той стороны сесть. Давай. И в Серёдке где-нибудь попробуем. Сейчас мы пробуем подгончики от компании Лавы. Так, а газели сколько лет? 2007 года. А-а-а. Попробуем вот и здесь чисто. Не видно. А, ты чисто имеешь? Нет, я субрядом. Ага. Вот здесь как эффект. А, вон чисто, где резинка ты снял. Точно. Сначала подожди, сейчас. Обувь сниму. Обильно распылите препарат на губку, взбейте пену и протрите, очищаем поверхность. После высыхания пропылесосьте и почистите мягкой щеткой. При сильном загрязнении повторите обработку. Ну тут все просто. Чисто это грязное. На губку надо, да, наносить? Да, именно на губку. Впитает немножко. Так, а где еще можно показать, где видно, что вот разница? А тут тоже грязно все. На себя? Создание полот. Эффект на лицо. Смотри. Это еще если постоять, да, дать? Ну, сейчас постоит, смоем. Да нет, что я уже вижу, что она прямо смотрела. Да? Отмыло? Ну, посмотри, да. Сюда смотри, сюда смотри. Это даже без усилий. Моет? Вот здесь, да, вот пятно. Сейчас попробуем вот это вот отмыть. Ну, это через камеру жесткое пятно. Слушай, да, моет? Офигеть, смотри, реально моет. Причем так... Не сильно трав? Да, ну смотри, вон, было пятно. Да. Но... А вот это вот отмоется еще, вот эта вот точка, вот эта, вот эта. Да. Да, вот у нас. Такие козырьки, получается, можно и. Ну, козырьки, вот это и смысла нет, это новые. Ну да, тут видно. Ну а в целом-то, слушай. Все, смотри. Смотри. Уберем. А запах у него какой-нибудь, когда я понюхаю?
Ну что, такой приятный запах, свежий. Ну да. Не вонючек, но... Вот, смотри. И сюда вот. Да как новая стала, если новая, честно. Новая. А, и вот ткань сейчас видно. Сейчас видно, вот она подсохла. Вот хорошенько вы еще потереть это все, высохнуть, и оно будет вообще зашибись. Вон, разница, видишь? Работает, лава. Работает. Спасибо за подгон. Андрей хотел сказать, что мы будем рады, если вы пришлете нам что-нибудь еще, да? Конечно, нам теперь много надо такого. Для грузовика. Ну, можно будет еще попробовать реально очень тяжелое загрязнение. Есть такие. Да, для прикола. А все... вот видишь, она даже это белая, и потом такая становится грязная пена. Все, по-моему. Владик! Блин, эта штука-то работает. Штука-то работает. Офигеть просто, реально от нее. Ну так вот, допустим, пошел, да, там, ну, нанес ее, пошел, покурил, пришел, ну, чик. Ну, недолго надо дать ее поставить. Сейчас она высыхает тоже, грязь-то надо убирать, чтобы она не впитывалась опять в пластик. А. Там же и написано в инструкции по применению, что нанес, потер хорошенько и удалил остатки. А это полироль, получается, это уже на чистое, да? А это вот, да, сейчас попробуем вот эту отмоем на чистом. И на чистом полируем, посмотрим, блеск. Значит, нужно очистить поверхностные загрязнения. Тщательно насухо, в принципе, мы это сделали. Газель не мылась вообще, Андрей говорит. Дальше надо распылить состав на поверхность на расстоянии 20-30 сантиметров. Тщательно располируйте средство мягкой тканью. Ну, у нас мягкой сейчас нету, но я думаю, это сойдет. Ветошь, бумага. Надо только тщательно. Сейчас не блестит, да? Тщательно встряхи. Нет, так мы еще же не это. Не, ну, не, сейчас не блестит, сейчас как матовое. И кусок обшивки помылся. Здравствуйте. Сейчас попробуем. Сейчас, секунду. Да, Саш. Ну-ка, тоже пахнет как? Да? О, это ништяк пахнет. А, да. Вот это ништяк. Сейчас. Она и в салоне будет держать, получается. Ну, конечно. Кстати, все полироли очень хорошо растягивают, потому что они жирные, на них потом налипает. Многие водители вот натрут, и у них прям, я вижу, их прям налипло. Да. А, пахнет прикольно. Слушай, ну она прям такая жирная. Да. Так, сейчас фонарик включу. Да, блестит. Да не учтет. Ты половину, да, сделал? Ну, я вот до сюда где-то. Да, вот не буду сильно заваривать. Сравнить. Не, для сравнения со той стойкой, конечно. Снять эту стойку, какая она была, и какая стала эта стойка. Смотри. Вот прям скользит рука по ней. Четко. И не жирно, не липнет, не липнут пальцы. Видно, что она блестит, видишь? А, ну да. Не убирается, вот я тру, видишь. Так, ну вот на полированное сейчас дойдем до неполированного, да, получается? Ну вот низ неполированного. Ну там где-то вот там не трогаю. Угу. Не, огонь. Спасибо еще раз компании за подсветку. Ну смотри, здесь стало подсыхать, видишь, результат. Ага, вот ты подсвечиваешь, сейчас видно, что такая же, как и под резинкой, да? Да, а если еще разок, то вообще будет, мне кажется, идеально. Угу. Огонь! Это Мишанин Аксор. Ждет его. На нем что-то еще осталось, да, вот делать? Мишкин аппаратик Унок, он весь на шторочках. Или это еще старого водителя? А, да? Это те, кому дали КамАЗа. А так он оставил все здесь или все снимать? Да, он сказал, что нам блиновые нужны в КамАЗе. А так это все Мишане останется? Да. Ну, красота. Огонь. 17.35. Вот такой вот. На улицу мы его отмывать. Катим радиатор. Да, держу.
Сейчас мы его водой, потом химией. Красота! Хватит! Да, водой-то просто его можно помочить, а потом уже это химия с брызгалки. Радиатор на улице. Это что за лодка? Ценники каждый день промелькивают. Короче, ну у нас тысячи, это так, миллионы. Кипяток. Ты о чем ты говоришь? У нас миллионы рублей. И пошли мы отмачивать его. Я вижу, миллионы покупаю. Пиздюха. Она не делает так прям распленочку? Делает. Забил. Ну что, отмачивается. Перевернули обратной стороной, с этой стороны идет интеркулер, диффузор. А, ну понятно, по патрубкам что я объясняю. Промываем радиатор. Да. Летом будет все в огнях. Вот так вот, ребята, фильтр сделали. Вообще молодцы, все четко-четко. Серега делал, с Вовой. Мы поехали на самомойку, радиатор у нас уже отмок. На самомойку, ополоснем его, помоем. И привезем обратно. Что там у вас? Шкив снимаю. А, вы хотите выставлять? Нет. А? Нет. Мы сейчас повезем на рабочем Ларгусе. Ну, вроде как он прокапал. С этой же стороны ебанем, потому что та наружная сторона. Выбьем грязь, ополоснем его и привезем обратно. С Владиком. Если найдем ключи от Ларгуса. Так, я пока выкатываю. Ты ищи ключи. Подожди, опа, носом. Ну все, у меня в перчатках. Легендарный автомобиль. Главное пристегиваться. Ебать, а как-то тут не могли они облагородить? Зачем? Это так с завода? Да. Ты хочешь сказать, что я могу вот там салон посмотреть? Естественно. Вот здесь имеется в виду. А можешь еще снизу. В смысле? Ну там в углах также. Простите за тряску. Климат-контроль. Пиздец. Лучше всего-то ощущается, когда едешь по кольцевой. Даже 90, я не говорю про 110. 90 едешь, от Парнаса доезжаешь где-то до Мурманки, у тебя голова уже квадратная. Ну-ка, я сейчас сзади. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Здесь минимум надо шумоизоляцию сделать хотя бы вот этой стенки. Шумку и даже можно просто с пленом заклеить. О! Регистратор. Ну нормально едет она. Она вообще пушка. Здесь же 16 стоит. А у тебя Volkswagen получается свой-то? Это тесть. А. Скоро этот мультивент поменяем у тебя. Слышно. Какая хорошая шумоизоляция. Так, снова у нас самомойка. Тут, короче, люди приезжают, знаешь, всякие штуки отмывать. Они же из багажников достают. Можем на крайнюю, на самую, там были все. Бак от стиралки. Я говорю, что люди приезжают что-нибудь помыть. Сейчас положим прямо над этой и все. Так, ладно, эта ручка так открывается. А вторая. А, отсюда. Так же. Суете 100 рублей. Нажимаете. Вода, высокое давление. Да. Ключ повернул. И все. Ну. Не, она сейчас разойдет, да? О, грязи сколько. Да-да-да, вот там. Вторая половина. Вот здесь ниже, ниже. Во-во-во-во. Лоскировку. Ну, ребята, сегодня получился такой продуктивный день. Поковырялись с машиной. В принципе, сделали большую часть. Помыли радиатор. Сейчас нужно на радиатор переделать все 4 точки крепления интеркулера. И плюс 2, которые притягивают.
прижимают его к радиатору, так мне надо пропуск отдать. Сейчас пропикается, да, расскажем дальше вкратце, как сегодня день прошел. Я не знаю, лицо у меня чисто нет, но я водой его помыл, надо дома, ну, в душу уже сходить, помыться целиком. Пальцы наконец-то вот такие, кайф. Да, поехали. Едем на платку на ЗСД. А что хотелось добавить, я забыл. Ну, заменили все фильтра. Когда слили антифриз, радиатор ставился 6 лет назад новым. Ну, понятно, он засрался в некоторых местах. Ну, то есть 30% радиатора вообще не просвечивало. Отмочили химию, отмыли, сейчас все шикарно. Машина будет дышать. Когда сливали антифриз, увидели, что он неплохой, но уже такой. То есть будет новый антифриз, новое масло, соответственно. Ну, крепление-то переделано, боковину, там тоже с крепежкой проблемка, тоже переделали. Ну и, в принципе, все. Такие не особо крупные поломки, но неприятные, которые нужно устранять сразу, чтобы они не копились. Вот так. Поехали в сторону дома отдыхать, монтировать, я не знаю, ну и просто отдыхать. У меня еще 2 дня, наверное, выходных и снова в бой. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Мы домой. Всем ни гвоздя, ни жезла, и шершавенькой. Погнали. Повидаться у нас простыл. Давай довезу, садись. Все, там да. Холодно дует. Это у меня там ветер. Но ветер. Блядь, хотел. Не заразить тебя. Бля, сопли текут, да, вся херня. Привет. Всем привет. Всем привет. Болел чуть лечусь. Блять, у тебя же слышно по голосу, пиздец. На тебе апельсинов крутых. Не надо мне апельсинов крупных. Да, ебать. Я ел турецкие апельсины. Сладкие. Прям пахнет? Нихуя. А лимона тебе не надо? А лимонов много? Два. А, тогда не надо. Два лимона, хлеб купил. Неохота, когда болеешь, даже на улицу выходить, блядь. За голову, блядь. Ну, противно. А я сегодня поковырялся, полазил. Если бы не ты, наверное, я бы не пошел бы никуда. Подходи, говорю, увидимся. Подожди, всем пока. Подышать хотел. А что там, блядь, ветрище такое?